В России за полгода на 3% снизилось количество лесных пожаров. Такие данные на встрече с президентом озвучил глава МЧС Владимир Пучков. Сейчас на территории ряда субъектов установилась сухая и жаркая погода, поэтому готовность к ликвидации возможных пожаров и их последствий необходимо поддерживать, цитирует главу государства Тартас. Благо, силы и средства для этого у ведомства есть. Под руководством Национального центра по управлению в кризисных ситуациях работает крупная спасательная группировка, в распоряжении которой находится более 900 тысяч человек и свыше 120 тысяч единиц специальной техники. Глава МЧС отметил, что ведомство работает в тесном контакте с руководством регионов. Что касается Ноябрьска, то в нашем регионе, причем в опасной близости от черты города, был зафиксирован только один пожар в лесном массиве. Он вспыхнул в районе поселка Железнодорожников. Причина – неосторожное обращение с огнем. Стихия уничтожила гектар леса. Ущерб составил чуть больше 1000 рублей. Но это без учета расходов на тушение пожара. Сейчас по данному факту ведется проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Если виновного установят, ему придется не только компенсировать все расходы, но и заплатить штраф.